В этом году 25-тысячным абонентом Мособлгаза стал житель поселка Немчиново Игорь Гранов. На его участке выстроен новый дом, который необходимо было газифицировать. Строительство газопровода длилось всего 6 дней. На данном объекте построен газопровод высокого давления, газопровод низкого давления, пункт редуцирования газа домовой и внутренний газопровод низкого давления. В доме установлен газовый котел мощностью 46 киловатт. Это значит, что его хватит на 400 квадратных метров отапливаемой площади. На торжественный пуск к Игорю Гранову приехали представители Мособлгаза. Они вручили хозяину дома подарки и специальный диплом от компании. 28 декабря 2020 года состоялся торжественный пуск газа. Мы еще раз проверили работоспособность газоиспользующего оборудования, проверили газопроводы на утечке. Оборудование работает стабильно, в доме тепло. Все замечательно. Игорь Гранов – композитор, режиссер, создатель нескольких эстрадных жанров. Вместе с этим занимается научной деятельностью, действительный член трех академий. Родился он в 1938 году. О том, что такое дом без тепла, знает не понаслышке. Прожить определенный период времени и, так сказать, прожить в доме с засыпными стенками, с хваком раньше засыпали, даже опилок не было. Вот. Поэтому счастье, когда сегодня входит газ в дом, это большое счастье для каждого человека. В 2020 году Мособлгаз подключил 25 тысяч новых абонентов, построив более 300 километров сетей в Московской области. 95% всех заявок на технологическое присоединение поданы в онлайн-формате. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».